Хорошо. Все, он обиделся на тебя, видимо. И ты его крашите. Брух, мы не крашим березу. Олаха, как его не надо крашить. Мы его выиграли бы легко. Пересай. Ему бы знать. Тарас, ты. Да. Зачем крашить бирюзу, если бирюзу можно легко выиграть? Все, все, меня это обидело, все, у меня тильт. Меня великий. У меня вопрос, знаешь, он, короче, перед тем, как придумает, наверное, себе никнейм, он, короче, только посмотрел в окно, и первое дерево увидел и назвал себя береза, знаешь, типа. Ну да. Дерево. Ладно, я, который играю без даты почти. Да, вау, видишь, дефа подкрутка. Да, мод. Ну, ты туда без мотов. Пробел, ладно. Все, сейчас, если он тебе 5 жизней снимет, он уже... Я пропустил тупорыла модера, который играет с подкруткой на все, что будет. Да, особенно подкрутка на IQ, знаешь, такой. Да, но у меня подкрутка на IQ нет, потому что я тупорылый. Вот. Очень тупорылый. Я обрезал. Вот. У меня есть любый френд, это у Сэмбека. Я открыл какой-то. А, да? Ладно. Позор, понимаешь, ты перезде сливаешь. Я сейчас это за игроков, которые мне в комментах пишут, как сделать 100 хп. Видимо, тебе писал стрик аккаунта. Я атаки рил. Как сделать 100 хп? С арбузом играл. Да боже, кошка босса не может нормально сунуться. Еще ни хрена из этого фова не вижу. А ты гасишься, нищий. Живи. Ротон, ты вышел. Моды. Модер, вы видели все это, босса? Я видел, как телебомбер сверху бежал. Моды, он вышел. Найс, модер, видишь, тебя пишет даже бойфренд. Да, он про другое там писал, ну ладно. Или не ты был, а, пусть не. Пусть не падет. Да, видишь, у меня другая анимация битья. А, пусть как бы стандайте. Или тупай. Возьми стрельнуть, а там на небеске дать. Офигенно. Несет в одну сторону, попадает в меня. Серьезно? А ты швай. Стрелёчки. Добейте негра. Блин. Да ты издеваешься. Там. Тихо. Прошу, тише. И на шипы. Сейвил это. Кстати, ну. А. А. Ладно. Это клан. Это колдейский какой-то. Когда тебя как много раз я убивали и только в этой позе ты решил остаться. Эротичные позы. Мои стоны. Левые стоны. Че-то себя ощущаю ПС игроком. Я упасть игроков ноль костный. Это бы ФПС хакер. Там правда уже статус ПС. Ну так, ты с ФПС. Да.
меня он будет зумиться? А, у него хил не зачитался, найс. Он заклинибился. Норм игра. Как я всегда говорят, если ты клинибишься, то у тебя отнимается хил. Просто видно, я клинибил. Ну, прикольно, если бы он попал под болт. Интересно, он догадался, что ему два раза в голову попал или нет? Интересно, два. Поэтому он умер в туалете. Рил. Я не умру в туалете. Да нет, он умер в туалете как раз наоборот. Все. Ему бойфренд у Сандека не помогает. Поэтому он снимает. Ну, может, же камень снимает. Били Вонка, лови лимонку. Лимонку, падла. Самый добрый анимацией. Подворучая. Это я... Это... О, моды, видели? Центр пункт. Ну, мод. Я люблю вас. Боже, как непривычно здесь все у тебя. Было красиво. Ахахахаха. Нарик. Интересно, если я к нему зайду, у него будет перекашенная мачете, тогда я ему скажу, без даты слабо, что он ответит мне? Это можно... Ты не понимаешь, это другое. О, дакер. У тебя такая подключена. Я ни хрена не вижу. Не FPS зовнится из-за светофикса моего. О, мать, быстрее было. И все, мне жопа. Я зря это сделал. Гений. Ну, нет, он кошку не будет вязать. Адекватно, не будет вязать кошку. Гений. Гениальная игра. Убери за шизик. Не, она... Реально, просто три. Просто три, этот, выигрываешь турнир по ДЛР, ты выигрываешь две лома, Кайя, и скидываешься 20 баксов. Нет, 10 баксов на лечение при березе, 10 баксов... Ему не поможет, поверь. Ну ладно. 20 баксов. Ладно, я пока его тут высвечу, а статофикс по фастам оффну. Так-то лучше. Капец, у меня FPS жрал, конечно же. Фильтр? Да, фильтр. Он мне FPS 30 жрал. Модер. Все, теперь наконец-то могу координироваться нормально. Один визуал. А, да? Ладно. Все, мне жопа. Интересно, догадается дать сверху такл? Нет, не догадается. Ай, герой. Ха-ха. Ай, дата. Я ухожу. Ну, ты кинешь флайер, нет? Гейзи. И чё? Боже, нет, нехорош. Ай, дата. Боже, ай, дата. Рил. Слишком быстро кинул. Ты бирюзу выиграл, чтобы... Да, его, чтобы его выиграть, нужно использовать стак читов. Ну, правильно. А, ну-ка. А, так я могу прибавить фофта. Давай на 35 хотя бы. Вот так уже получше. Блин, не получилось комбо. Смотри, ГП спут. Вау.
Тут я прогадал что-то, ну ладно. Смотри, спин в паунс. А хрен там плавал. Не, ну чё, профессиональный игрок Дэнква это. Я за один день на нафармил 100 часов, как говорится. За один день научился играть уши каю. Да, босс, машина. Кошки. Интересно, он догадался, что я его кошкой заслайсил? Знаешь, что будет, если кошки добавить эффект того, чтобы я можно было ставить свой как одну ручку? Ты тут представляешь, как будет офигенно? Не будет такого, потому что Кир сделает миллиард градусов. Смотри, единорожек. Я и моя шиза. Скидываемся на лечение мне. Берёзе уже ничего не поможет эфиру, чтобы он вернул старый хейпер мод. Как в 2017. Давай, смотри, дефа. Да, это не сработало, уже счет. Да. Тут была лучшая ситуация по себя шипова опустить и все, и сделать такого с места потом. Нет, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, надо было ГП сделать. Мне на мувик. Хотя я не буду сейвить это. Будет сейвить. Мне так тебя жалко, ты мне будешь в расы. Тебе и так обрабатывать придется сколько? 112 клипов. Из них 100 по ДЛ-ке и 12 по Валоранту. Так, чё, ладно, будешь? О, дата. Дата! Вниз! Кстати, я его чем-то задел, кстати. Интересный факт. Я задел его сердечком. Найс дата! Фикси дату. Ладно, вот это я засейвил. Вот это было красиво. Это красиво было, ну. Фикси дата. Да, магниты подкручены. Какой татер просто, все, удалять из блин. Куда играть, ребята? Ну да, ребята. Я даже через А напишу их за главную букву. К сожалению, меня в его видосе не будет. Ну да ладно. Давай, я успею держать. Что, как я потерял? Сколько получается? Примерно 50 хп? Блин, не успел. Ладно. Если ты смотришь что-то видео, то не волнуйся. И всегда удачно, понимаешь? Погоди-ка. С датой. То есть... Снова удар убил. Ну, ты говорю, да, перса, если ты пишешь, то... Вау, у меня слапа убил за километр, это точно не рассинхрон Дэнквайта. А ты ручку будешь брать? Да я могу его и меты своей захреначить, нет, это чё, это даст. Он так и так. Да, я успел подобрать. Нет, не успел. Он дату отрубил, проигр. Не знаю. Вот у меня уже все... Весь YouTube сейчас засрёт комментами, как сделать 100 хп. Я угораю от этих человек, который не знает, как в Дэнквайте сделать 100 хп. Либо это... гидрокарбонаты натрия. Либо просто карбонаты натрия. В кошку, найс. Ну ладно, я посижу в водичке, это ничего не включает. Свали. Не смотри на меня. Это неприлично. Тебя смущает уже. Да, это меня смущает. Я все время рочи буду. При. Интересно, он подумает, что я туда сейчас кошу завязаю.
Так, все, я спалился тебе. А, да? Все, мне жопа. Ладно. Поступим иначе. Мне нужен больше угол обзора. Потому что я ни хрена не вижу. Ну да. Естественно, я попаду. Нет, не попаду. Так, я там две двуручки уже просрал, да? Ну ладно, пофиг. Хотя нет, не пофиг. А ну-ка. Блин, я... ГП-спут неудачный. На крыше делал ГП-спут. Гениально. Не, аж уже лоб начинает чесаться. Ладно. 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 Пропустим этот момент. Я вырежу тебя. Да, почку. Почку я вырежу. Не знаю, зато играть, но... Капец, зато играю, я не могу его выиграть. А, найс. Найс старые клинбы. Да, найс старые клинбы. Говорит, без даты он, старые климбы. Ну ты нищий, ты не мог в чуток выше полететь там. Акстись. Короче, его классно. Вот просто он знает, что у него... Вау, я его шотнул во время его хила. ДВ. Куда идешь? А, ладно. Лошок. Лошок. А, ну моя ружка задеспавнилась. Ладно, нет, пофиг. Оно было в этом. Оно задеспавнилось. Арку, если пройти, оно было. Через арку пролетело, я там же стоял на месте. Где он должен быть. Нет, на парке. А, оно задеспавнилось, поверь. Ладно. Пробел, найс. Нет, думаю, так оно. Ой, тебе не повезло. Вау, 300 метров слайс. Бро, он не волнуйся, он тупенький. Он играет с мотами. Те киллы, которые в этом ведут. Не, ну слушай, по сути, можно сказать, потому что ты знаешь, у меня этот моделька-то буса изменена. Ну, так у тебя все равно дата. Да, вообще жесткая дата. Моделька буса изменена только. Это вообще маленькие запутали. Все тело, да. Фир не оценивает. Это был угар какой-то. А здесь я заевейжу в воздухе, кайф. Спасибо, игра. Научите меня прямые таклы выйдет, а в воздухе... А в воздухе-то пусть так и останется. Я хотел дабл слайс, трипл слайсами его заслайсить. Модный, мне вот эта мразь мешает. Спидозная. Ну и чё? 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 Что дальше? Что? Умный человек, знаешь. Да. Ладно, я поатакую пока личинку. Пока он тут... Этот хряк откуда вылез. У меня когда-нибудь такл пройдет? Нет. Нет. А таким темпом скоро у меня... Скоро таким темпом мышка нахрен вылезет. Ой, кнопка из мышки вылезет. Маус четвертая. Это пятая, я не разбираюсь в них. Потому что серьезно, я по ней нажимаю, но как-то вылезет сейчас. Не.
А где он? Я его не вижу. Что, прости? Так, я вот так сделаю. Ладно, я рисковать не сильно не буду. Боже, надо серьезно мне потом посмотреть, чтобы это вообще не отвалилось. Иначе это будет полная жопа. Она мне отвечает за веб-фонарь. Я смогу ей найти альтернативу, конечно, правда, это будет не так эффективно. Ну и чё? Ну и чё? Ну и чё? Он ещё капустником. Всё, видишь, как это плохо? Это не было, это... Шок, модер пропускает честного человека, смотрите онлайн без регистрации, смс. Блин, чёрт. Красок смертей, это сказано.